На календаре 12 сентября, четверг, а значит, пришло время для встречи с интересным человеком. В прямом эфире «Диалог у озера», и наш сегодняшний гость – это депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность позвонить в студию и задать свой вопрос гостю. То есть проводится традиционный конкурс на лучший вопрос. Телефон в студии 340-73-62. А приз у нас сегодня от Александра Владимировича. Что это будет? За лучший вопрос я готов организовать экскурсию в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в Мариинский дворец. Уверен, что тот, кто задаст лучший вопрос, не пожалеет о той экскурсии, которую я организую для него. Да, друзья, такого у нас еще не было, поэтому звоните, будем ждать ваших вопросов, ваших звонков. Ну и хочется приступить, собственно, к нашей главной процедуре интервью. Недавно, вот буквально на днях, да, можно сказать, что прошли выборы и... Ну, что там скрывать, проходили они в довольно непростое время. Как голосовал Петербург и конкретно в целом наш курортный район, как вы можете оценить? Говорят, что явка была неплохая. Да, действительно, прошли важные политические события в городе Санкт-Петербурге. Как мы знаем, состоялись выборы губернатора Санкт-Петербурга и прошли выборы в органы местного самоуправления. Ну, что касается выборов губернатора Санкт-Петербурга, то с убедительной победой победил действующий губернатор Александр Ильич Беглов, с чем я, пользуясь случаем, еще раз хочу его поздравить и пожелать, конечно же, новых свершений, достижений, и чтобы все, что задумано, все сбылось на благо нашего города и наших жителей. Явка в целом по городу составила 37,6%. Вот, в курортном районе она 36-38%. Что касается выборов губернатора, то по качеству губернатор набрал 59,8%. По курортному району процент еще выше, это 60,61%. Это достаточно высокий результат, очень хороший результат. Это показатель той стабильности, которая есть сегодня в городе. И уровень доверия, он очень высок. Горожан, которые пришли на выборы и отдали свой голос за действующего губернатора. Но этому способствовали достаточно большие успехи за последние 5 лет в плане развития как города, так и курортного района. Несколько цифр могу привести относительно даже перспектив развития города Санкт-Петербурга. У нас, если только смотреть по социально значимым объектам, за последние 5 лет построено 106 школ в городе Санкт-Петербурге и 122 новых детских садика. Не стал исключением и курортный район. У нас есть за последние 5 лет достаточно много изменений в социальных объектах, которые были построены. В том числе и вот на сегодняшний день мы уже не раз в этой студии тоже акцентировали внимание на строительство различных других объектов культурного кластера, которые вот сейчас будут уже сданы, введены в эксплуатацию. Это касается в целом и вот в Репино, и что касается здравоохранения в 40-й больнице, это касается и города Зеленогорска. Вот, поэтому нам есть о чем говорить. Мы с вами видим... Сначала было очень тяжело, но губернатор добился того, что произошли большие изменения в области транспортной реформы, большие изменения произошли в жилищно-коммунальной сфере. Это тоже достаточно сложно заходила и шла мусорная реформа. И на сегодняшний день все видят, что у нас происходит на улице. Ничего не надо скрывать. Это все прозрачно, это все заметно. Что касается муниципальной кампании, да, должен отметить здесь слаженную работу вот в целом, как вертикали власти, которую выстроил в районе глава администрации курортного района Александр Александрович Забайкин, что позволило вот на подготовительном этапе, это на протяжении последних 3 месяцев в курортном районе, организовать ход выборной кампании в самих муниципалитетах. Еще раз акцентирую внимание именно на слаженности действий. Я сам принимал активное участие в подготовительных мероприятиях, в агитационных мероприятиях, потому что Помимо того, что я являюсь депутатом законодательного собрания, я еще являюсь секретарем нашей партийной организации. И, собственно говоря, мне было важно и организация праймериса нашего партийного, и организация выборной кампании. Я все выбранные 3 дня объезжал все участковые избирательные комиссии, разговаривал с действующими главами муниципальных образований, главами местных администраций, с депутатским корпусом. И точно так же находился, в принципе, на рабочем месте, когда шел подсчет голосов, потому что мне было важно понимать, чтобы команда, та команда, за которую я в том числе переживал, она вся в полном составе дошла до финиша. Финиш, как мы понимаем, прекрасно, это подсчет голосов. И официально, конечно, да, бессонная ночь, официально признание выборной кампании состоявшейся. Это было важно, потому что только в командной игре мы можем добиться тех результатов, которые сегодня есть. Как на уровне муниципальной власти, так и на уровне органов государственной исполнительной власти. Я перед этим уже говорил под руководством нашего губернатора Александра Ильича Беглова. Только так. Спасибо. И наш разговор о выборах прерывает звонок телезрителя. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Да, мы вас слушаем. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Александр Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Георгиевич. Я почетный гражданин России, профессионал с 50-летним стажем вождения автомобиля. Мне бы хотелось от вас услышать, чтобы вы все же в знак собрания проявили законодательную инициативу, так как вы избрали народа. Вопрос созрел, уже беспредел должен закончиться когда-то. И наши избранники должны работать для жителей города. Момент такой. Со штрафстоянками для автомобилей. Как? Штрафстоянка для автомобилей. В чем конкретно вопрос? В чем конкретно вопрос вот такого плана? Значит, ГАИ штрафует, да? Штрафует на дороге, под знаки ставит машина, допустим, где-то. И получается, что проезжает эвакуатор и уводит машину. Человек остается без машины, он может быть пожилой, это может быть женщина молодая с ребенком, она остается без ничего. Пока она узнает, где машина ее, она подумает, что ее угнали. Пока узнает, пока чего, надо доехать до этой штрафстоянки, на чем она поедет из места, если у кого дети, чтобы доехать до этой штрафстоянки. Получается, что и ГАИ получает деньги, и штрафстоянка за одно нарушение получается 2 наказания. Когда и какой-то, это называется беспредел. В Санкт-Петербурге... Почему вопрос? Да я понял вопрос. Когда это закончится? Двойная плата, когда забирают, платят полиции за нарушение. Ну, в полицию платят немножко по другой статье. Угу. В полицию идет плата за неправильную парковку. А вот услуги уже компании, которая оказывает, именно делает работу по эвакуации автомобиля и его хранению, это уже другая плата. Но тут как бы нет двойной платы за одно и то же. Но вот, кстати, навело меня на мысль, что действительно, когда забирают автомобиль, и ты не понимаешь, кто его забрал и куда его везли, это тема для разговора. Да, ну, я себе записал, вот, и нет информации, кто и куда. Да, да, ну это актуальный вопрос, правда. Ну, наверное, в принципе, да. Вот. Хотя, насколько я знаю, ну, были уже случаи в моей практике, у моих знакомых. Что касается Сестрорецка, курортного района, отвозят на площадку Белоостров. Ну, я не к тому, чтобы как-то съязвить, нет. Ну, по крайней мере, хорошо, хоть не в Санкт-Петербург. Да, ну тут я понимаю вопрос в том, чтобы как-то сообщать человеку, где его автомобиль. Но с другой стороны... Двойной платы здесь я не вижу, а вот вопрос, кто и куда его забрал, ну, наверное, да, такого информационного поля у нас нет, оно отсутствует. Я не уверен, предусмотрено сейчас каким-то действующим законодательством, но на региональном уровне точно этого по законодательству нет. Я уточню, если на федеральном. Спасибо. Ну, главное, что мы вас услышали. И сейчас хочется, наверное, поговорить о благоустройстве. Я хочу затронуть вопрос о законе о зеленых насаждениях. И, если я что-то неправильно спрошу, вы меня поправьте. Как меняется этот закон? Ведь его губернатор подписывает каждый год, да, и этот закон напрямую касается благоустройства. Вот можете разъяснить этот момент про зеленые насаждения и законодательство? Работа с этим законом, она отчасти связана с деятельностью моей в комиссии по городскому хозяйству, созданию комфортной городской среды. И, абсолютно правильно подмечено, что это не тот закон, к примеру, в который очень часто вносятся изменения. Объясню почему. Потому что он, в принципе, закон о зеленых насаждениях работает в паре с законом о благоустройстве и с правилами благоустройства в Санкт-Петербурге, которые существуют. Но в основном закон о зеленых насаждениях, он запретительный. То есть, в принципе, в нем есть нормы, которые что-либо как-то запрещают, по большому счету, но отчасти что-то где-то разрешают. Вот если мы заметили с вами, то последние, наверное, лет 7 или 8 очень интенсивно меняется само понятие о комфортной городской среде. Конечно, и заметили, этот год не стал исключением, потому что почти все наши органы местного самоуправления Курортного района получили кто-то субсидию, кто-то субвенцию по работе, по благоустройству, по различным программам. Это «Мой двор», это «Петербургские дворы». И отстаивали свои проекты на уровне комитета по благоустройству и получили деньги. Так вот, чтобы правильно в рамках своих полномочий их освоить, нужна и в том числе корректировка закона о зеленых насаждениях, потому что он, в принципе, регулирует работу сам по себе, по своему названию, зеленку. То есть мы в нем смотрим. Что касается, к примеру, санитарной рубки, что касается, к примеру, сохранения зеленых насаждений, озеленения, он регулирует оплату восстановительной стоимости. То есть вот до того, как ты собрался реализовать свое полномочие с точки зрения благоустройства, ты в первую очередь, конечно же, опираешься на закон о зеленых насаждениях и понимаешь. Если это органы местного самоуправления, то в основном это работа в зеленых насаждениях местного пользования. Если это просто территория ЗНОПа, то это уже администрация района. То есть он разграничивает отчасти где-то еще и полномочия. И если его менять очень часто, там 3 или 4 раза в год пытаться в него вносить изменения, просто должностные лица на уровне органов местного самоуправления либо органов государственной исполнительной власти будут не успевать отслеживать все эти изменения и будут сами являться отчасти какими-то нарушителями. Поэтому закон на сегодняшний день, что он еще предусматривает, это норматив по каждому району города Санкт-Петербурга, да, по обеспеченности населения той плотностью зеленых насаждений, которые должны быть. В курортном районе это своя категория, в центральных районах города Санкт-Петербург это другая. Это тоже важная вещь, составляющая этого закона. Да, безусловно, это важно, но у нас есть еще один звонок. Пожалуйста. И всегда хочется, конечно же, в первую очередь послушать телезрителя, что волнует сегодня их. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела по поводу реновации вас спросить, что ждет приморку нашу дорогую или КРТ, как вы там называете, если вам не сложно. Да, Ольга, вопрос понятен. Спасибо вам большое. Несложно, Ольга. Спасибо за вопрос. Собственно говоря, предмета для того, чтобы волноваться или каким-то образом возвращаться к тому, что я объяснял ранее на наших встречах, нет абсолютно. Мы на сегодняшний день никаких мероприятий или там каких-то событий относительно развития этой темы в законодательном собрании не производим совсем по определению. От слова «совсем» не производим. Во-первых, мы все знаем с вами, что решением нашего губернатора эта история, она заморожена. Как минимум до 1 января 2025 года. Это во-первых. Во-вторых, рабочей группой в законодательном собрании, которая есть у нас, мы подготовили огромное количество поправок для Государственной Думы, для внесения изменений в закон о реновации на федеральном уровне. С частью этих поправок они согласились. Какую-то часть нам Совет Федерации отправил обратно на проработку и доработку. В принципе, с понедельника у нас начинается осенняя сессия, в рамках которой мы вынуждены будем, мы вернемся снова к рассмотрению всех тех недоработок, которые были предусмотрены в законе о реновации. все это дело переформатируем по-новому и снова отправим в Государственную Думу для того, чтобы экстраполировать это, в принципе, в масштабах всего государства, всей страны. Я прекрасно понимаю, что сравнивать город Санкт-Петербург сегодня с каким-то другим городом в России, ну, не приходится. Почему? Потому что у нас свой отдельно взятый исторический центр. Такого нет ни в одном городе России. Мы самый северный огромный мегаполис. Мы город-памятник, по большому счету. И его важно сохранить. В том числе и сохранить ту составляющую, которая есть в курортном районе. Поэтому я бы по этому вопросу просто не переживал и не волновался. Никаких решений на сегодняшний день нет. И в ближайшее время их никто принимать не собирается. Ну, скажите честно, ожидали вы этого вопроса? Инновацию, да. Так это и было и в выборной кампании. Угу. Мне докладывали и органы местного самоуправления. Я общался с главой города Сестрорецка, Ивановым Андреем Владимировичем. Он тоже мне говорил, что достаточно много вопросов, которые жители задают, потому что это их волнует. Неправильное информирование, которое было в свое время, вот где-то на протяжении года, наверное, прошлого. И вот эта вот волна, которую подняли абсолютно не нужно, она просто порождает неверные домыслы и слухи, которые, ну, абсолютно не соответствуют действительности. Спасибо, вы нас успокоили. Пожалуйста. Ольга, спасибо вам за актуальный вопрос. Ну а сейчас у нас время рекламы. Продолжается наш диалог. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок. Мы ждем ваших звонков. Сегодня приз от нашего гостя. Это очень интересная экскурсия в Заксобрание, правильно говорю? Да. Спасибо тем, кто задает свои вопросы, но мы ждем еще новых. Даешь конкуренцию на экскурсию. Мы немножко поговорили про формирование комфортной городской среды. И я, конечно, готовилась к этому эфиру и проследила вашу страницу в одной из социальных сетей. И там был пост про целый форум, посвященный формированию комфортной городской среды. Если честно, я удивилась, тем более, как мы немного переговорили в рекламе, он уже 17-й. Что это за форум такой, посвященный именно формированию комфортной среды? Может быть, вы будете удивлены. Город Санкт-Петербург, мы уже отчасти сегодня на эту тему говорили, является лидером сегодня в области применения новых практик, создания общественных пространств или элементов комфортной городской среды. Когда-то мне посчастливилось, и в 2017-2018 году я был в Москве, был в Казани, был в Краснодаре. Вот, Министерство строительства Российской Федерации организовывало проведение подобных мероприятий. И вот тогда только-только все зарождалось относительно того, как нужно организовывать, проводить общественное мнение, публичные слушания. Вот, как нужно в целом внедрять в себя инновационные технологии, элементы урбанистики при создании новых элементов общественных пространств либо комфортной городской среды. И вчера я был приглашен и приехал в Петропавловскую крепость. Да, это было вчера. Где действительно был проведен не просто 17-й, самое важное отметить, международный. И 3 дня он идет, вчера, сегодня и завтра. Завтра очень интересные будут пленарные заседания, потому что они будут разделены на 2 блока. Один блок будет посвящен строго только элементам благоустройства, второй – ландшафтному дизайну. Площадкой не зря выбран город Санкт-Петербург, потому что действительно тот закон о благоустройстве, который есть у нас в городе, с него берут как за основу, как пример другие города Российской Федерации. Это ярко выраженный факт. Это так, это признают даже в Министерстве строительства. Значит, на форуме вчера присутствовала, не знаю, сегодня она есть или нет, Талалаева Юлия Викторовна. Это, по сути дела, зам Министерства строительства, которая тоже высоко оценила. И в целом создание в этом году новых общественных пространств. Значит, и вчера отрадно отметить, что я послушал несколько спикеров, которые выступали. Но несмотря на то, в какой мы находимся сложной ситуации, я этого, в принципе, не скрываю, то есть 53 сегодня страны нам недружественные обложили нас санкциями и запрещают какой-то выезд, пытаются изолировать Россию, но у них ничего не получается. Ну да бог им судья. Я про то, что вчера были представители Австралии, Португалии, да, Катара. Вот я смотрел, они выступали вчера. То есть сюда едут люди для того, чтобы посмотреть на наши практики, выступить и поделиться тем, что у них происходит в странах. Вот нет запрета для простых людей, для специалистов той отрасли, которая пользуется спросом на этом рынке. То есть никаких границ нет, никто ничего не боится, не стесняется, они едут. И сегодняшний день тому реальное подтверждение. Это БРИКС, это опять огромное количество иностранных государств, которые приехали в наш город, в нашу страну, несмотря вот на те ограничения, которые кто-то там пытается на нас наложить. То есть вот мир без границ. А когда мы говорим в интересах развития чего-то нового, вот с того, с чего начали относительно благоустройства, то действительно ограничений не существует. Здорово, это очень все интересно. Я бы так и слушала дальше про... Но звонок. Есть звонок. Да. Послушаем. Вряд ли нам звонят из Австралии, конечно, но нас больше интересуют местные жители. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер, меня зовут Евгения, и у меня вопрос к Александру Владимировичу. Здравствуйте. У нас завод Горского, и, насколько я знаю, теперь владелец не американский, а российский бизнесмен. И вот очень интересно, что он будет делать с территорией завода, и не захочет ли он остановить фонтан. Потому что это наша история, это как бы, ну, значимое место для наших горожан. Спасибо, Евгения. Здравствуйте, Евгения. Спасибо огромное за вопрос. Значит, что касается завода Водского, да, насколько мне тоже известно, там... состоялась купля-продажа. Вот. Уже было несколько предложений, было несколько разработанных вариантов, с которыми были и у администрации курортного района, у главы района Александра Александровича Забайкина они приходили не раз. С подобными предложениями, я даже знаю, насколько мне известно, доходили до правительства и были у губернатора. Все то, что там предлагалось, не совсем, честно признаюсь, устроила нас как орган власти по той простой причине, что, конечно, отчасти в большей степени там преследуется жилье. Нас такой вариант не устраивает, потому что нужно сохранить историческую составляющую, раз. Нужно сохранить производство, которое там было, это два. Нужно сохранить в том числе то, что связано было вот с историей самого завода. Ну и, конечно же, я в том числе, как никто, понимаю, что ну, какая-то составляющая относительно жилья, она тоже должна быть, потому что тогда инвестору это просто неинтересно. Ну, он не поимеет никакой выгоды, не получит ее с развития этого кластера. И эта стройка просто остановится в один прекрасный момент, потому что но сегодня экономика так или иначе правит правилами игры, которые существуют на рынке. Что касается фонтана, я пока не в курсе, я не буду лукавить. Я вот из тех предложений, которые видел, но я ни разу не акцентировал внимание на фонтане. Я себе это, конечно, запишу, постараюсь узнать, но я сейчас возьму ваш телефон, Евгений, как только я получу какую-то информацию относительно фонтана, я вам обязательно перезвоню и дам ответ. Спасибо большое. Это я сделаю. Я просто не хочу сейчас кого-то обманывать или лукавить. У меня нет готового ответа по фонтану. Я не в курсе. И это правильно. Да. Ну, как говорится, что касается завода, во всем должен быть баланс по поводу жилья. Всех сторон, конечно. Должно быть и жилье, должно быть производство, и надо сохранить историческое прошлое. Производство там сейчас есть, насколько я знаю. Есть, там. Ну, не будем углубляться в эту тему. Хочется все-таки про курортный район в целом. Да? У нас есть интересные музеи, экотропы, да много чего у нас есть. Но вот вопрос мой прерывает звонок. Давайте сначала послушаем телезрителя, а потом продолжим эту тему. Здравствуйте. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Виктория Викторовна. Очень приятно. Ваш вопрос. Ну, я бы хотела, Александр Владимирович, задать вопрос. Значит, он у меня состоит из двух маленьких блоков. Оба касаются водоустройства нашего города. Но, во-первых, хочу отметить, что город год от года становится лучше и ухоженнее, мы живем уже больше 10 лет и замечаем все перемены. Так что за это большое спасибо, в первую очередь, администрации Курортного района, ну и непосредственно руководству города. Спасибо. Ну, да, но есть еще ряд вопросов, с которыми надо работать. Я готов. Вот, значит, первое это вопрос, кстати, так. У нас такой прекрасный парк. Хорошо сделана новая зона отдыха. Гуляешь там с таким удовольствием. Вот тебе проходит фестиваль ландшафтного дизайна. Ну, вы имеете в виду Зеленогорск, правильно я понимаю? Да, Зеленогорский парк. Да, Зеленогорск. Я сама живу в Зеленогорске, и летом, и зимой туда часто приезжаем. Так что можно сказать, что уже постоянно жители там. Вот, прекрасный парк совершенно. И становится год от года тоже лучше и лучше. Но вы знаете, но куда ни посмотри, как с пляжа, как на пляже влияет этому другим недостроем. Ну, и вот этот недострой, они такого рода любую красоту, что они сделали. Вот такое ощущение, что они производят непоправимая трагедия какая-то. А видно, что бедоватые, потому что там графики на верхних этажах, то есть все цены расписаны, это еще усугубляется. Так. Ну вот, и вот, что, пока вот что-то не случится, то его не встретились просто официальным порядком. Но как-то не хотелось, чтобы этот вопрос был решен в рамках закона. Да. Мы вас поддерживаем, да. Второй ваш подвопрос. Второй вопрос тоже касается благоустройства. Это проблемы вот эти гаражи на объезжей улице. Тоже прекрасно сделали совершенно дом детскую школу искусства и прекрасно там открыли площадку со скамейками. Но если даже сидишь на этой скамейке, перед тобой открывается ряд вот этих вот разномастных, я бы сказала, хипарков, даже гаражами не называют. Там постоянно какие-то ремонтные работы, вспоминала вот эта проезжая часть. Жуткое совершенно зрелище, абсолютно. Вот эти вот два момента, которые хотелось получить ответ. Спасибо, спасибо вам большое. Хорошо. Да. Давайте тогда по порядку. Спасибо за вопрос, Виктория Викторовна. Значит, ну, первое. Вы вот, наверное, словно как подсмотрели то, что я собирался сегодня озвучить. Ну, во-первых, приятно довести информацию о том, что с сегодняшнего дня приступают к сносу маленького здания. Это абсолютно свежая информация, которую я получил, ну, скажем так, вчера, что называется, с колес. Вот, вчера разговаривал с компанией, которая с сегодняшнего дня уже согласовывает все вопросы с парком, с муниципалитетом города Зеленогорска и с администрацией Курортного района. Они будут заезжать по Малинной улице и перед выходом на Золотой пляж с левой стороны мы специально для них предусмотрим заезд, где они приступят к сносу, но пока, к сожалению, только одного здания. Объясню почему. Во-первых, это коммерческие здания, и одно, и второе. И сегодня найти возможность в рамках правового поля государству снести вот эти два остова бетонных не представляется возможным, потому что это будет, в принципе, нецелевое использование. Потом будет огромная-огромная куча проблем. Значит, я думаю, что ближайшие 2-3 недели, ну там сложное строительство было, в основном это монолит, бетонные арматуры, конечно, это будет тяжело. Хочу сказать только одно, что интенсивная фаза начнется с понедельника, но мы любезно с администрацией Курортного района и я попросили генерального директора подрядной организации, которая будет сносить это здание, чтобы они не работали в субботу-воскресенье. Потому что прекрасно понимаем, что горожане и жители, которые приезжают, и гости, которые приезжают в Зеленогорский парк, должны иметь хотя бы какую-то возможность отдыха в субботу-воскресенье. Ну, не обойтись будет без грохота, шума, потому что ломать бетон – это всегда сложно и тяжело. Поэтому процесс пошел. Мы все-таки добились того, чтобы, по крайней мере, вот та масса, которая была в результате конкурсной процедуры банкротства включена в стоимость этих зданий, она нам позволила разрешить эту возможность. Это первое. Слушайте, ну это просто новость, наверное, десятилетия, а может быть даже и больше. Вы же помните, как вы приходили в диалог у озера, еще будучи главой муниципального образования Зеленогорска, и вам тоже такие же вопросы звонили и задавали. И вот, вчера я проинформировал и руководство, то есть на меня специально они вышли, там надо было помочь им согласованием, мы все вопросы согласовали. Поэтому, если вот, ну, они должны были, в принципе, сегодня-завтра выехать туда с техникой, разместить там какой-то городок свой строительный. Парк им тоже пошел любезно навстречу. Я думаю, что все получится. Гаражи. Что касается гаражей... Давайте поясним, где. Это рядом с Комсомольской, правильно понимаю, или нет? Это школа искусств, то есть вот Виктория Викторовна. Да, это улица Разъезжая, когда мы въезжаем в город Зеленогорск, и сразу перед въездом в Зеленогорск. Да, то есть имелось в виду с новым домом творчества. Да, гаражи там исторические. Да, все, я поняла, не знаю, да. Они там лет 50, наверное, или 60. Ну, слушайте, вот не обижайтесь, Виктория Викторовна, но гараж для любого автомобилиста – это второй дом. И вот я понимаю, что, может быть, они выглядят не совсем презентабельно. У кого-то там одноэтажный, у кого-то есть надстройка, у кого-то есть два этажа. Но это уже культура самого человека, культура самого водителя. Конечно, я согласен, с точки зрения, наверное, архитектурного облика было бы, наверное, правильно, чтобы внешняя, по крайней мере, хотя бы составляющая, была там как-то покрашена в один цвет. Да, в едином стиле. Въезд нормально оформлен. Если будут граффити, это вообще будет современно, вот, может быть. Может быть, мы до этого сейчас как-то дойдем. Я никогда особо этим не задумывался. Гаражи и гаражи. Я знаю, что есть многие водители, которые там проводят, ну, наверное, 60 или 70% своего времени. Он утром встает, идет в гараж, он там находится целый день, это его жизнь. Вот. Ну, наверное, да. Наверное, с точки зрения, может быть, какой-то самокультуры, эстетики, есть необходимость на это обратить внимание. Кстати, ну, наверное, сегодня после передачи или завтра с утра акцентирую внимание главы города Зеленогорска Чечина Дмитрия Денисовича на этом вопросе. А может быть, он нас смотрит сейчас. А если смотрит, ну, я готов и с ним вместе туда выйти. И там же наверняка есть руководство, можно с ними поговорить. Конечно. Хорошая тема. Да, хорошая тема. Виктория Викторовна, спасибо за вопросы. Дмитрий Денисович, если смотрите, вам привет. У нас, к сожалению, время рекламы. Коллеги подсказали мне, что некорректно говорить, к сожалению, у нас время рекламы, потому что мы ценим и любим наших рекламодателей, потому что для телеканала это счастье, когда есть рекламодатели. Но я лишь имела в виду, что гость у нас сегодня интересный, и не хотелось прерывать наш диалог. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Владимирович Ходосок, депутат Законодательного собрания. Мы ждем ваших звонков. И продолжаем нашу увлекательную беседу, эфир, собственно, диалог. Курортный район – это территория, в первую очередь, пляжного отдыха, да, если мы говорим про летний сезон. А, слава богу, у нас летний сезон такой длинный оказался. Пляжный, спортивный, культурный отдых – это все, что здесь есть. Но в первую очередь, конечно, хочется поговорить про пляжи, потому что в этом году какое-то небывалое количество благоустройства пляжей. И все проекты уникальны, интересны. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, во-первых, хочу отметить абсолютно правильный вектор, который выбрала, это не слова лести, а вообще выбрала администрация курортного района. Почему? Потому что мы с вами наблюдаем бум внутреннего туризма. Это ярко выраженный факт. Много событий предшествовало, допустим, даже сегодняшнему лету. В том числе и погода нам благоволит. И мы это прекрасно видим, какое большое количество людей сегодня выходят на пляж. Не уезжают куда-то там за границу, это вообще сложно. Конечно, это можно, но сложно. Есть сложности где-то там в границах в целом страны, ну, по ряду обстоятельств каких-то. Но вот город Санкт-Петербург и тому теплая осень, она подтверждение моих слов, что действительно это востребовано. И еще раз акцентирую внимание, что абсолютно правильный вектор администрации курортного района. Как вы знаете, у нас при администрации есть организация «Курортный берег», вот подведомственное учреждение, в ведении которой находятся все наши пляжи. И отрадно отметить, что за последние 5, по-моему, или 6 лет вот на пляже Офицерский, Сестрорецкий, Северный, Дюны, Ласковый, это в Солнечном и в Зеленогорске, Золотой пляж, проведена огромнейшая работа. Причем много было различных споров, что проводить, что не проводить. Я помню, последние года 2 или 3, это особенно с участием жителей. Причем никто ни от кого ничего не скрывал. Причем, что важно отметить, вот я, даже если нас многие слышат жители, я бы хотел сказать, что, чтобы меня правильно поняли, даже совсем не обязательно быть специалистом в области благоустройства. Вот и руководство района, и руководство подведомственного учреждения «Курортный берег» стремились к тому, чтобы услышать просто мнение горожан, даже которые не являются, там, условно говоря, большими специалистами в области благоустройства. И эта работа проведена. Да, еще важно отметить, что особенно этот год стал исключительным для темы пляжей города, даже, ну, не нашего города, не просто Сестрорецкого, а курортного района, потому что очень большую часть денег удалось получить по программе комфортной городской среды. Кстати, эта работа будет продолжаться. На следующий год по 2 пляжам уже ведутся проектные работы. И на сегодняшний день уже, по-моему, по 4 пляжам готовы СМР на продолжение работ по комфортной городской среде на 2025 год. Это важно отметить, потому что то количество гостей и горожан, которые приходят к нам на пляже последние 2 года, ну, оно там не просто какими-то там сотнями измеряется, это десятки тысяч горожан. Это важно. Благоустроенный, шикарный, прекрасный пляж и со спортивными зонами отдыха, и для детских зон, в том числе и для, чтобы там были общественные туалеты, и были какие-то пункты питания. То есть это комплексная работа, которую сегодня проводит администрация курортного района. И отмечу еще раз, проводит очень правильно и грамотно, кто бы что ни говорил. Но вот эта работа ведется. Спасибо, да, это главное. Но все-таки хочу спросить у вас, чего у нас, на ваш взгляд, не хватает? Что бы вы добавили в... Нам нужно еще думать о дорогах, о наших. Мы вот заметили, что, да, туризм, он развивается, площадок много различных появляется. Но вот транспортная инфраструктура, она немножко у нас, ну, есть такое, как бы, на мой взгляд, понятие, отстает. Почему? Потому что никто никогда раньше себе представить не мог, что пройдет 10-15 лет, и у каждой семьи будет не просто по одному автомобилю, а по 2, по 3. Изменится категория и класс общественного транспорта, низкопольные автобусы появятся. Да, мы ведем ремонт низкопольные, извините, для непросвещенных, как я. Это для, в том числе, и чтобы этим пользовались люди с ограниченными движениями. Все, можно на коляске заехать. Для удобного заезда. У нас идет развитие социальной структуры с точки зрения здравоохранения. Вы посмотрите, какая сегодня шикарная многопрофильная 40-я больница. И вот непрерывный поток людей сюда к нам приезжает. Но, к сожалению, перманентно увеличить состояние с дорожной сетью не представляется сегодня возможным. Мы не расширяем проезжие части. Мы вынуждены ставить достаточно большое количество ограничительных знаков. В противном случае мы просто создадим коллапс. Мы перекроем входы, выходы, въезды, заезды, в том числе и в социальные объекты, и в объекты здравоохранения. Въезд в курортный район сегодня тоже представляет, ну, несколько сложностей. В том числе, если будет в перспективе, да, сейчас Лисина расстроится, это почти 30 тысяч квадратов, даже больше жилья. Вот на сегодняшний день уже губернатором анонсировано развитие площадки Горская. Это тоже немаловажно. Горская, да. Это туристический кластер, который готов будет в год принимать, ну, несколько миллионов, там, десятки миллионов гостей. И если сегодня не задуматься о перспективе развития дорожной сети, у нас будет коллапс. Есть много идей относительно еще и спортивных больших кластеров, в том числе и лыжероллерных трасс, скажем так, и в Сестрорецке, и так далее, и так далее. Это все нас приведет в недалекой перспективе просто к сложностям и затруднениям. Я никого не пугаю, но мы должны сегодня об этом подумать. На перспективу, потому что лет через 5-7 мы вынуждены будем экстренно возвращаться к этой теме. Поэтому это важно. Да, огромный пласт работы предстоит. Тем не менее, пришло время подводить итоги конкурса. Быстро. Быстро, да. Немножечко, наверное, хочется в этом диалоге всего лишь не поставить многоточие, да, чтобы чуть-чуть не хватило нашим зрителям вот продолжения этой беседы. Поставим многоточие, будем ждать вас в будущем, в ближайшем будущем. Но сейчас определим победителя конкурса. Кто Давайте поедет? Мы тоже пойдем по другому пути, определим два победителя конкурса. Вот. Давайте. Мне понравился второй вопрос, чтобы успокоить. Я вот не помню, к сожалению, кто Ольга. А? Ольга. Ольга, да? Ольга, я не записал. Вот по реновации, чтобы она не волновалась. Вот. И Виктория Викторовна. Давайте я с вами свяжусь в ближайшее время. Я скажу, когда я смогу организовать экскурсию в законодательное собрание, и я вас для нее организую к нам в Мариинский дворец. И час времени, как положено, там, собственно, с экскурсоводом, нужно будет только доехать. Я вас встречу, или мои помощники, и, в общем-то, уверяю вас, что будут самые наилучшие впечатления. Замечательно, я тоже в этом не сомневаюсь. Еще раз огромное спасибо за сегодняшний диалог, за это интервью. Думаю, что поставим многоточие и будем ждать вас снова. Безусловно. Спасибо большое. Вам спасибо огромное. Всем мира, добра и благополучия. Спасибо. Вот золотые слова. Мне остается только присоединиться к ним и попрощаться с нашими зрителями. Всего доброго.